25 июня избирательные участки начали принимать первых голосующих по поправкам в Конституцию. В Старом Осколе всего 139 участков, из них 3 временных, 2 в окружной больнице, еще один в следственном изоляторе. Естественно, голосование проходит со всеми предосторожностями. Минимум контактов с членами комиссии, дезинфекция помещений каждое утро. А на входе избиратели дают пакет, в котором находятся индивидуальные маска, перчатки, бюллетень и ручка. Прежде всего, это все направлено на безопасность, потому что основной приоритет в сегодняшних условиях, у нас даже, скажем так, был всегда основной приоритет – это законность, легитимность и прозрачность выборов, но у нас появился второй приоритет – это сохранение жизни и здоровья наших граждан. К тем, кто сидит на карантине, домой придут члены избирательной комиссии. А для тех, кто пойдет голосовать на участок, выборы растянули на 5 дней, чтобы не было большого наплыва граждан. Но уберечь нужно не только голосующих, но и самих работников участков. Средства индивидуальной защиты подготовили и для них. Конечно, работать в такой экипировке тяжело, но они не жалуются. Работает участок с 8 до 8, работаем мы по графику. График определяется председателем, зам, но все по графику, никто не переработался, конечно, ну и работу свою делаем. Те, кто подавал заявление, могут принять участие в голосовании дистанционно, чтобы максимально избежать контактов с другими людьми. Граждане РФ старше 18 лет за или против поправок до 1 июля.